уважаемые! Сабыржан ага, разрешите вас с юбилеем. Нас с юбилеем. Ваших юбилеем нас. В общем, 65 – это не срок. Возраст. Возраст. Не возраст это красить седины. Красить седины, то есть я вас от души поздравить хочу, вот этот. Вот, в общем, вы преподавали всю жизнь в нашей школе. Вот вы преподавали ИЗО, как, рисование и начинание вот этот, как, и империи. Искусство. Да, искусство, да. И разрешите вас подарить вот это от души, от сердца. Подарок, подарок-то, да? А, извините, пожалуйста, Сабыржан ага. Вот, пользуйтесь к искусству от любви. Для моего жеребца? Зачем? Зачем ему? Это вам. Сабыржан ага, ваш сын не приедет? А? Что-то его давно не видел. Кажется, последний раз в вашем юбилее видел. Петь? Ты еще раз подумай. Вот прокачу внука на жеребце, тогда и бесплатно забирай. Бесплатно не надо. Хоть я налоговик, но служебное положение я буду пользоваться. Внук подрастет, говоришь, да? Сколько ему лет, а? Ты, старик, подумай, а? Это же не мне надо. Шефу, его в Астану переводят. А мне это важно. Алло. Да, пап, хорошо. Как вы? Да, Ленчик бегает. Заехать? Ну, давай мы постараемся. Заедем по пути. Хорошо. Хорошо, пап. Ладно. Значит, признаете свою вину? Признаю. Можно расчесть? Изъять и штраф 150% сокрытие объектов налогообложения от государства. Это же не фигли-мигли, понимаешь ли, да? Стриг всех подряд. Вот, кстати, подписи имеются. Собрал. Сколько же он объектов налогообложения от государства скрывал за это время? Вы понимаете? В поселке 150 голов, вы понимаете, 150 голов по разу месяц, плюс наценка,
Да? Да это же банда по предварительному сговору. Там все знакомые, свояки, земляки. Почти что синдикат. Не выражайтесь. Извините. Да, без регистрации. Вот таких злостных неплательщиков я в своем веку, честно говорю, вот не видел. Да он же это переплюнул вот этих самих Ходорковских, если так смотреть. Объявляется перерыв. Говорил же, говорил. Продай. Сколько предлагал? А? Вот подрастет внук, прокачу на жеребце. Больше ничего не нужно в этой жизни. Тогда и забирай жеребца. Да не придет твой внук. Никто не придет. Пойми, старик. Откуда будешь брать деньги на штраф? Кстати, между нами, когда вот судья выходил, он мне говорил. 250% штраф. Что будет? Дом продам. А жеребца? Подрастет внук. Просим суд освободить Ажанова Сабыржана Тулешевича, 56-го года рождения, пенсионера, от административной ответственности согласно статье 64-1 Кодекса. 64 прим. Кодекса об административных правонарушениях ввиду Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ввиду малозначительности правонарушения. Это же как малозначительности? Ваша честь, я не была в этом ауле, но я разговаривала с жителями. Они что-то вроде такой копилки смастерили, и каждый клал туда кто сколько мог. А мы эту свинью описали. Ну, в смысле, копилку. Так Сабыржан Тулешевич не препятствовал. Они как бы всем селом собирали внуку на подарок. Кто продукты принесет? Да не брал он денег. Он помогал. Он стригет хорошо. И все пытались поддержать его. Прошу приобщить письменные показания свидетелей к материалам дела. Ну вот, не знаю, как и благодарить. Как это благотворить, что ли? Вот если бы приехала к нам... Обязательно, Сабыржан, ага. Я обязательно приеду. Отец снова звонил. О, а у меня здесь не есть. Может, реально заедем? В смысле заедем? А отпуск? В смысле? Мы же все равно до Астаны на машине. Это же прям по пути. Завернем на 1-2. Внука увидит. У нас вылет в 11. Мы с Оленчиком устанем в дороге. Может, на обратном? Ну, чуть раньше выйдем. Ты как ребенок, Шакан. Это Бах? Это Дамбра. Вы учитель? Я? Нет, я адвокат. А вы? Поэт. Поэт? Да, ну, в душе я поэт. Так называется.
такси зарабатывает. Можете прочитать что-нибудь? На казахском я пишу. А что это вообще поэзия? Знаете, это... Это вот мир погибает. Вот скажем, миру осталось жить 5 минут. Вот что вы скажете? Скажете Богу? Или 5 минут же? Вот что-то вы скажете? Самое главное. Чтобы остались эти слова. Чтобы остался звук. Только от сердца скажете. Только самое пережитое. Боль свою, надежду. Ну что, с запасом у нас? Паспорта проверь. Успеваем вроде, на часок. К отцу. Шукан, у тебя тайминг идеальный, блин. Да это все равно по пути. Чего в остальном торчать?